Всем привет! Мой прогноз на матч воскресенье. АПЛ. Лестер играет против Эвертона. Здесь у меня ставка победа Лестера за 2.17. Можете перестраховаться, взять фору Лестера 0 за 1.56. Объясню, почему Лестер является здесь фаворитом. Лестер, может быть, как и Эвертон, сейчас находится не на самом лучшем месте в АПЛ. Команды испытывают, конечно же, проблемы, и на результатах это сказывается. Но Лестер, в отличие от Эвертона, показывает все-таки хороший футбол. Вот, к примеру, Лестер проиграл на своем поле Ливерпулю 2-3, но мне понравилась эта встреча, смотрел этот матч, и Лестер хорошо смотрелся в той игре и в целом не заслужил поражения. Либо же матч последний домашний против Вест Бромвича. 1-1 не сыграли, но весь матч сидели на воротах Вест Бромвич и должны были побеждать в этой встрече. У Лестера был сложный календарь, поэтому отчасти они занимают такое место. Проиграли Челси также 1-2, но вот в последнем матче в гостевом победили 2-1 Суонси, хотя Лестер — это команда не гостевая, в гостях они играют значительно хуже, чем у себя дома. У Эвертона тоже был сложный календарь, но помимо того, что они проигрывают, они показывают ужасную игру, и это краски выражаются на счете в матчах против этих команд. Проиграли Челси 2-0, проиграли МЮ 0-4 в гостях, 1-1 сыграли с Брайтоном, Тоттенхэм 0-3 проиграли на своем поле, Бернли уступили 0-1 на своем поле и уступили последний матч Арсеналу 2-5 абсолютно заслуженно. Пусть там было и удаление, но Арсенал с самого начала игры сидел на воротах Эвертона. Посреди недели команды играли в Кубке Лиги, Лестер практически полностью выставил резервный состав, Эвертон же во многом выпускал основных футболистов, лишь там нескольким футболистам предоставил отдых, поэтому, учитывая то, что еще и Эвертон играет в Лиге Европы, у команды очень сложный график, Лестер же сосредоточился сейчас на АПЛ, я считаю, что у себя, показывая неплохой футбол, Лестер победит, поэтому либо же чистая победа Лестера за 2.17, либо же фора 0 на Лестер за 1.56. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, переходите в мою группу ВКонтакте, чтобы забрать дополнительные прогнозы, которые не появляются тут, и подписывайтесь на мой Инстаграм, потому что там тоже сможете найти прогноз, который не появится нигде. Всем успехов и увидимся.